Не так давно завершился международный научно-исследовательский конкурс «Современные достижения молодых исследователей», в котором приняла участие студентка Института психологии и образования Казанского федерального университета Александра Таирова. На сегодняшний день проблема грамотности и интереса к чтению у населения остается актуальной, поэтому важно, чтобы подобные методики реализовывались как можно лучше. Работа над проектом началась еще в 2022 году. Александра совместно с научным руководителем, доцентом кафедры начального образования КФУ Лерой Камаловой, изучала научную литературу и наблюдала за школьниками младших классов на уроках. Это позволило разработать свою уникальную систему и модель обучения чтению, которая в будущем позволит улучшить грамотность школьников и повысить интерес у всего населения к литературе. Сейчас младшие школьники, они не хотят читать. Даже если они читают, то они как вскользь это делают. Мы как бы хотим их приобщить к чтению, чтобы они вчитывались в каждую строчку, чтобы понимали смысл прочитанного. И потом уже рассказывали. Первый этап разработки тренажеров заключался в изучении работ известных методистов прошлого и настоящего. Главной задачей был не просто анализ уже существующих подходов для облегчения понимания литературных произведений, но и правильная расстановка приоритетов в исследованиях российских ученых. На втором этапе Александра вместе с научным руководителем перешли к практическим методам исследования, таким как наблюдение за младшеклассниками на уроках в начальной школе, оценка интересов современных школьников, выявление причин низкой мотивации к чтению и неумение понимать прочитанное. Интерактивный тренажер позволят глубже изучать материал. В них будут входить вопросы, касающиеся тематики произведений, идеи, главных героев, их поступков и авторской позиции. Третьим и самым важным этапом стало создание своей системы – модели обучения чтению. Работа у нас началась в прошлом году, когда мы изучали курс детской литературы, и как раз возник вопрос, а как вот приобщить детей к чтению и как сделать так, чтобы чтение было продуктивным. И поскольку эти вопросы рассматриваются на третьем курсе, когда уже студенты изучают методику обучения литературному чтению, мы стали немного раньше, то есть рассматривать эти вопросы с ней. И сначала у нас было теоретическое изучение работ известных методистов прошлого и настоящего, а потом уже решили, что это должно вылиться в какой-то практикоориентированный проект. Результатом научной работы модель формирования функциональности грамотности младших школьников станет интерактивный тренажер, который будет размещен на сервисе онлайн-тест-пад. Сейчас Александра с научным руководителем Лерой Камаловой дорабатывают блоки тестирования и уже скоро будут готовы представить его на научной конференции. В дальнейшем тест станет эффективным методом для более глубокого и осознанного понимания литературы, а также поспособствует повышению интереса к чтению. Кристина Осекина, Фарид Захитаглы, Универньюз.